Всем привет, с вами Виктория. Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня готовлю крем-чиз. Это очень вкусный крем для тортов, для прослойки тортов. Также им можно наполнять пирожные, трубочки. Крем получается плотный, прекрасно держит форму и получается очень вкусный. Готовится быстро. Для его приготовления нам понадобится творожный сыр, маскарпоне, сливки и сахарная пудра. В любой емкости смешиваем 300 грамм творожного сыра и 300 грамм маскарпоне. Творожные сыры и маскарпоне взбиваем сначала на низких оборотах. Когда мы все немного перемешали, добавляем 250 миллилитров жирных сливок. Это один стакан. Сливки должны быть минимум 30% жирности. И 100 грамм сахарной пудры. Я готовлю этот крем на 2 торта, поэтому вы для одного торта можете взять половину пропорции. И теперь уже взбиваем крем вместе со сливками до полного его загустения. Этот процесс может занять примерно 5-6 минут. Посмотрите, какой густой получается этот крем, и он получается очень-очень вкусный. Такой рецепт всегда пригодится, особенно когда некогда готовить другой крем, который требует более долгого приготовления. Обязательно возьмите себе этот рецепт на заметку. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю приятного аппетита, удачной вам выпечки и до новых встреч. С вами была Виктория.